Я как творческий человек, на самом деле, люблю верить в разного рода сказки и придумывать их, и версии с масонными. Мне очень нравится, на самом деле, потому что ты понимаешь, что все вокруг — это большая пирамида, и всегда кто-то над кем-то стоит, и кто это верхушка этой пирамиды, на самом деле, неизвестно. Вот. Но, как сказал один мой знакомый, миром, как бы нам не хотелось в это верить, правят деньги. И он сказал такую фразу: это бизнес, брат. Про все, что я говорю, он говорит: это бизнес, это бизнес. И на самом деле, если разобрать все, во многих вещах можно проследить вот эту как раз бизнес-схему, продуманную, потому что именно так все действует. Поэтому наверняка есть какие-то секретные моменты, которые нам, простым смертным, не стоит знать. Возможно, чтобы не разрушать себе мозг окончательно. Вот. Поэтому давайте, мне кажется, лучше какую-то загадку все-таки оставлять, потому что, разгадав все, можно сойти с ума 100%.